И тут я предлагаю серию заданий, которые у меня называются рисовальный конструктор, они называются, где дети как раз будут работать с фигурами заданными. И эти фигуры, которые, несколько фигур, которые мы еще с вами не рисовали, это новые фигуры. Будем работать, значит, с цветной бумагой. Видите, приготовлена на столе бумага цветная. Значит, мы будем вырезать. Как вырезать, в прошлый раз я объясняла. Как приклеивать, я объясняла, я сегодня для тех, кто не был на нашем семинаре, как, чтобы ребенок любил приклеивать и как-то его привлечь к этому занятию очень важному, работа с бумагой. Разложена бумага. Видите, как она разложена? Желтые с желтыми, синие с синими. Сейчас вы будете подбирать цвета сами. Цветная бумага, где вы будете рисовать, значит, внимание, вот я сейчас на этом заостряю свое внимание. Фигуры заданные, а цвета будут выбираться разные по своему желанию. И размер этих фигур может повторяться. То есть можно взять не обязательно все фигуры, которые я нарисую вам сейчас, там 5 или 6 фигур, а можно просто взять два вида фигур и делать их большими и маленькими. И даже если понадобится 2-3 фигуры сделать, вырезать. У нас будут новые фигуры, вот похожие на букву Т. Такая фигура будет. Будет такая арка, прямоугольники, круг, расплывчатая форма. Мы с такими уже столкнулись в прошлый раз. По-моему, еще какая-то одна. Треугольник, по-моему. И 6. И квадрат. Но не обязательно брать все фигуры. Можно, например, то, что мы сейчас будем делать, это несколько заданий, мы сделаем 2 из них. Можно сделать из одной фигуры разного размера. Просто, если вы придумаете, пожалуйста. Итак, мы будем сейчас первое делать дерево. Значит, перед вами цветная бумага и фигуры. Значит, эти фигуры мы думаем... Дерево, так. Вот сейчас вам раздаем большие листы, видите, А3. Значит, здесь 2 образа сегодня поместятся, 2. Здесь очень важно, почему вот 2, а не 4. Потому что размер фигур. Желательно для детей я даю, чтобы они покрупнее вырезали. Понимаете, это мелкие фигуры очень сложно вырезать. Поэтому размер сам фигур, вот он всегда немножко больше, чтобы было удобнее вырезать. Итак, из этих фигур... Мы делаем дерево. Цвет подбираете, который вы хотите. Потому что дерево можно сделать только из кружков, или только из квадратов, или сочетать вот такие арки, из них тоже замечательно можно сделать дерево. Итак, у вас размер листа белого определенный. Значит, размер фигур, которые вы будете рисовать сейчас и вырезать. Так, поделитесь друг с другом с бумагой цветной. Каждый подбирает для своего дерева цвета самостоятельно. Рисуем фигуру, из чего вы будете свое дерево создавать. Никаких аналогов, ничего не срисовать нельзя. Ни у кого не срисовать, не спросить. Тут идет самостоятельная работа, очень интересная. Потому что не обязательно брать все фигуры, а можно взять 2 фигуры и из них делать дерево. 2-3 фигуры, да. Сейчас вы увидите, я думаю, рождаются на этом занятии потрясающие, нестандартные, интереснейшие какие-то деревья, которых мы никогда не встречали. А в искусстве все можно встретить. Вся эта изобретательность, она удивительно просто. Так, рисуем фигуры. Они могут быть большие, могут быть маленькие, разных размеров. Можно одну и ту же, а из одной фигуры все дерево сделать, составить. Итак, у нас комбинирование фигур. Наконец-то дети могут... фигуры соединять в единый образ. Так, рисунок фигур. Карандаш всегда у нас присутствует, почти всегда на всех занятиях, чтобы увидеть, что ты нарисовал, какого это будет размера, как это, что будет. Так, какие ты фигуры используешь? Все используют разные фигуры. Одному понравилась расплывчатая форма, другому прямоугольники. Можно из одних прямоугольников тоже длинных, тоже дерево создать. Самое интересное. Квадраты, треугольники. Все эти фигуры уже на данный момент всем уже известны. Мы уже на предыдущих заданиях с ними работали. Поэтому вот появились новые фигурки у нас. Типа буквы Т и арка. Новая фигура. С расплывчатой фигурой мы уже работали.
вырезаем фигуры и пытаемся их сложить. Складываются они в какое-то единое, такое сначала непонятно. Работа сама тебя ведет вперед. Сначала ты даже не знаешь, что чего, но постепенно в процессе именно рождаются очень интересные какие-то вещи. Сочетание цветов бумага дает, яркие такие, великолепные сочетания цветов. Каждый делает совершенно по-своему и складывает. Очень важно работать с цветной бумагой, потому что дети учатся двигать фигуры руками, приходя к какому-то единому, такому новому совершенно образу, который они, может быть, и не нарисовали бы, или у них не получилось бы, или они бы были недовольны. А тут он может и так подвигать, и так подвигать, и постепенно прийти к какому-то определенному образу, который бы его устроил. Поэтому приклеивать, вот это очень важно в плане комментария, никаких пока приклеиваний, пока не сложено все дерево, когда будет оно появится, найдет свое место на листе, только тогда мы начнем прикреплять фигуры к листу. Таким образом, которым я тогда показывала. Для того, чтобы ребенку было приятно клеить. Чтобы приклеить, чтобы ничего не поменялось. Вот сам автор, его уважение к автору у нас существует, к ребенку. И вот я не имею права. Ребенок же, как это дерево приклеить? Он возьмет каждую фигуру отдельно в руку, да, намажет ее клеем, а потом он никогда не положит вот в то место. А оно самое важное. Вот в искусстве даже вот кусочек, который желтый вылезает, он важен. Если это понимать, тогда ты не будешь ее передвигать, понимаете? Поэтому мы... Вот прижимаем пальцем, да, вот это отковыриваем, вот, и приделываем. Салфетки сейчас надо раздать. Так, начинаем с чего-то, да, ой. Немножко клея. Где у нас эта фигурка? Вот этот, да? Угу. Она находила друг на друга или как она? Ага, да. Прижимаем, примакиваем, аккуратно, вот, чтобы не смахнуть. И так постепенно приклеивайте. Так, пожалуйста. Два задания на этом листе, а три у нас будет дерево и будет следующий образ. Поэтому оставьте, сейчас, когда дерево не приклеено еще, оставьте место у нас, чтобы на листе еще поместилось один образ. Дети смотрят, что сидят взрослые. Рисуют. Как это? Разве взрослые рисуют? Это только для детей рисование. Взрослые должны только наблюдать. Взрослым тоже хочется рисовать. Складываем это дерево из вырезанных фигур, как вам нравится. И постарайтесь салфетками примакиваем. Вот салфетки лежат на столе, бумажные полотенца. Такая работа с бумагой, с цветной, дает огромное количество вариантов. И ребенок сам, даже двигая руками, он двигает бумагу цветную, на его глазах рождаются вот эти интересные какие-то вещи, которые, может быть, так бы и не стал бы, и не узнал бы об этом, что, оказывается, так много есть вариантов складывать эти фигуры. Потому что в основном сейчас все игры, вот, которые продаются, там все сказано. Пазлы вот эти и так далее. Как надо сложить, чтобы получилась какая-то картинка. То есть там творчество, так сказать, никак ребенок проявиться не может. А мы вот здесь даем возможность проявиться этому творческому началу, что входит в нашу задачу, конечно же. Какие деревья у нас сейчас получатся, будет очень интересно. Самые разные деревья, ни у кого не похожи. Что чудесно, замечательно. Размер фигур. Одни большие, другие маленькие. Это вот искусство делается фактически, вот из этого и состоит. Из цвета, из формы, из линии, из размера фигур. Вот из этого и состоит вообще искусство. Это язык искусства. Поэтому это очень важно. Плюс, конечно, фантазия самого автора, который это делает. Во что он превращает вот то, что у него есть. Закрепляем фигуры. Стараемся, это тоже огромная работа, суметь приклеить эти фигуры, примакивать салфеткой. Композиция, то есть расположение фигуры под определенным углом, в определенном месте очень важно. Из этого и рождается работа, собственно говоря, интересная или не очень. Фигуры могут заходить одна на другую, не обязательно рядом они должны быть, они могут уже перекрывать
перекрывать. Но вот здесь вот надо хорошо уже уметь на данный момент приклеивать, потому что тогда и фигуры перекрывают друг друга. Создается тоже очень интересная вещь.